Система управления госфинансами Беларуси модернизируют. Работа проводится с учетом социально ориентированной политики. Вместе с тем, принцип «жить по средствам» также отразят в бюджетном планировании. Об этом сообщили в Минфине. К концу 2019-го должны завершить основной этап. Это подготовка всех участников бюджетного процесса к новым условиям. Как обеспечить результативность и устойчивость бюджета, решают в эти дни в Минске и сообщество ПИМПАЛ, участники которого Министерство финансов различных стран. В мероприятии участвуют представители примерно 20 стран, эксперты Всемирного банка, МВФ и Организации экономического сотрудничества и развития. Когда бюджетные доходы не растут, резервы надо искать внутри самой системы. Искать пути, как тот же самый бюджетный рубль потратить наиболее эффективно. Вот реформа позволит нам существенно повысить эффективность бюджетных расходов. Всемирный банк работает с Министерством финансов над разработкой нового инструментария и новых возможностей для управления государственными финансами. И мы знаем, что в Беларуси принимаются меры для дополнительного контроля над финансами. Один из важнейших вопросов – прозрачность структуры бюджета и предоставление информации о нем в открытом доступе. Беларусь предложит вниманию сообщества свою стратегию по управлению госфинансами. Работа сообщества завершится в пятницу.